Система видеонаблюдения Московской области – безопасный регион. В ее рамках на территории городского округа Люберцы круглосуточно работают тысячи камер. Основная задача системы – обеспечение общественной безопасности. Как она работает, сколько хранятся видеоданные и кто имеет к ним доступ, узнала съемочная группа нашего телеканала. Люберчанин Александр Ворожищев с системой «Безопасный регион» познакомился в прошлом году. Повод не самый приятный – ДТП. Таксист сдавал задом, ударил меня, делал вид, что это я его ударил. И по приезду мы посмотрели камеру видеонаблюдения, и сотрудник полиции решил все вопрос сразу. Разбирательство в полиции заняло около часа. В итоге таксист признал вину и возместил ущерб Александру. И это не единственный подобный случай. По словам сотрудников правоохранительных органов, все чаще видеозаписи помогают раскрывать правонарушения и являются неоспоримым доказательством в суде. Для хранения видеоданных создана единая база. В ней, например, запись с камеры, установленной на двери подъезда, хранится 10 дней, с дорожной камеры 30. Происходит преступление, соответственно, приходит потерпевший, пишет заявление, и уже тогда начинается осматривать камеры видеонаблюдения. И убийство раскрывали, и что еще, опять же таки, мошенничество, кража четвертой части свыше, ущерб свыше 1 000 000 рублей. В Люберцах камеры безопасного региона установлены в парках и скверах, на домах и подъездах, дорожных развязках и перекрестках. Число устройств продолжает расти. Только на территории Ухтомского отдела полиции установлено более 2200 камер, что значительно облегчает работу стражам правопорядка и влияет на раскрываемость правонарушений. Взаимодействуем с администрацией, подаем каждый год список, куда нужно поставить камеры, где они более всего необходимы. Всего к системе «Безопасный регион» на территории городского округа подключено более 8 тысяч камер. Их основная задача – контроль общественного порядка. Поэтому установка видеокамер продолжится. Заявки на монтаж устройств уже поданы. Алексей Абрамов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.